Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Копенгейм, меня зовут Фёдор, мы с вами продолжаем галки, прохождение игры Стражи Галактики. Большинство были карманниками, скупчиками краденого. Так, в прошлый раз мы здесь с вами остановились, так, кстати, вот через эту дуру мы проходили. Сюда! Уже автосохранение, наверное, кажется, мы недалеко от работало здесь. Видишь, хотя я сохранялся, нажал продолжить, оно, значит, меня запустило с сохранением. За ней, небось, еще и полно психов прячется. Так, кто не смотрел, напоминаю, что мы с вами прибыли на забвение, которую захватила церковь. Поэтому мы с вами, Космо, будем сейчас вызволять. И пробираемся с вами через залежи разрушенного забвения. Так, что-то, блин, так очень громко. Убавим звук. Но, похоже, тебе придется раскурочить кусок с этой стороны. Если придумаю, как да, туда идем. Говор, это мы видели с вами. Есть, куда вставить твой меч? Подсадишь? Надеюсь, не сорвется. Гамора, Гаморе есть, куда вставить меч. Питера Квилла. Это бесспорно так, поэтому Питеру Квиллу повезло, если он это сможет сделать. Так. Значит, я знаю, что, ты тут... очень любил этот бар. Это было единственное спокойное место. А, бар, где, галактике. Да, это бар, где, ну, мы тут танцевали с нашим дружбаном. Облав и охотников за головами. Без ротом. Мы еще успеем его помянуть, а сейчас нам, а, нужно без двигаться. Ротом. Не пропускаем, кстати, костюмы с вами. Осталось до хрена костюмов, 9, если я не ошибаюсь. Там Драксу, Гамори и Груту. Еще по 3 костюма нам надо найти. Так, читаем. Обзоры Эги, так-то лучше, Эги Ньюк. Дорогой читатель, вот тебе причина, по которой я явился на забвение. Пишу тебе в тот самый момент, когда меня окружает какофония шумных взрывов, сирены криков. Я прихлебываю невыразительный меркурианский ликер, и на свете нет ничего, что было бы сейчас вкуснее. Мимо меня только что пронеслась шумная, размахивающая руками толпа, истерично выкрикивающая какую-то околесицу про вторжение. Еще один день на краю хаоса, а я наконец-то смог расслабиться. Здесь, так всегда, любая проблема кажется чьей-то чужой, до тех пор, пока у тебя есть в руке стакан. Ты можешь просто отойти в сторону и наблюдать, радуясь мысли, что... что хотя бы в этот раз ты ни при чем. Так что благодарю вас, мои дорогие будущие покойники, за вашу жертву. Пью за вас. Несчастье. Ну, я, представляете, как мужик сидел, расслабился, хотел, блин, уже вот пригубить, а тут, блядь, опять какое-то вторжение. И теперь ждет, чтобы на нас напасть. У Орлока старые счеты с великим объединителем. Он не станет примыкать к нему. На кой нам вообще сдался злодолазка? Так, развилка, развилка. Без него Магус едва не пожрал мою душу. С твоей памятью что-то не так. С моей памятью все так. Просто я оптимист. Ворлок сильнее любого из нас. И у него есть весомая причина ненавидеть Рейкера. А ты веришь в сказочки про разорванную надвое душу? Я думаю, что если у кого есть шанс. Привет, отсутствие базы данных. Так, он у нас забирает. Если это нельзя его взорвать? Собирают они батареи, заряжают. То есть он наш отвлекающий маневр? Я не это имел. Да нет, Квилл, я только за. Нормальный план. А как бы пройди? По кругу? По кругу. Так, кстати, на канале вышла новая игра на Assassin's Creed Mirage. Все, кто не посмотрел, посмотрите. Или переселились на сакральный. Сука, заметили. Ну ладно, мы с вами все равно все проверяем, чтобы не пропустить, что бы то ни было. Поэтому нам надо было их... контратака, блять. Сбивает с ног двойной выстрел. Нормально. Четко, слаженно, красиво, с Гаморой. Мы действуем. Кажется, мы сила. Ну, для них точно. Можно туда пройти? Блин. Я так надеялся. Будь половина моей души магусом, я бы готов. Так, почему туда нельзя было пройти, блядь? Очень хотелось. Очень хотелось. А вот зато сюда можно. Зато можно сюда. Ебать. Так, значит, нам можно там заморозить.
сюда прыгнуть. Найти секретную маску енота. Ракета про такие говорил. Вот он обрадуется. И попрыгать дальше за чем-то интересным. Церковники ее что, разрушили? Так, в Империи чудес, кстати, по-любому должно что-то быть. Империя чудес напоминает музей. Музей коллекционера. Коллекционер у нас такой товарищ, который все коллекционирует. Вот такой вот лудоман, который со всей галактики собирает существ и всякую хуйню, которая ему только попадется под руки. Не брезгует он и людей поймать. Красиво, красиво, красивенько. Так, тихо, я что-то слышал. Как туда пройти, блять? А, ну это мы сейчас так пройдем, да? Мне тут мы что, все взяли? Терпение настолько безлюдев. Осторожнее, впереди коварство. Ничего, мы справимся. Так, это мы читали? Нет, автоматический ответ. Охрана забвений. Служба безопасности забвений начала расследование. Скоро с вами свяжется офицер. Есть тут кто-нибудь, с кем мы можем поговорить? Это очень срочно. Мы купили билеты в Империю чудес. Так, время, блядь, надо было опять поставить. В Империю чудес коллекционеры наш сын Клит убежал вперед, потому что очень хотел посмотреть на эту дурацкую лягушку. Мы только пошли за ним, как вдруг перед нами закрылись двери. Нам даже ничего не объявили. Потом все затряслось, мы запаниковали, убежали назад. А музей просто взял и улетел со станции с нашим мальчиком на борту. Мы не знаем, где сейчас этот коллекционер и как с ним связаться. Это похищение. Просто в голову не лезет. С чего коллекционеру похищать Клит? Он совершенно обычный ребенок. Не знаю, кто такой Клит. Но я считаю, что коллекционер просто... Здесь же раньше стояла Империя чудес. Блять. Короче, с этой хуйней... Это ловушка, блядь. Это ловушка, я больше сюда не иду. Все, мы там вроде взяли все, что надо, да? Впереди противник! Шш. Еще церковники на подходе! Скоро мы их голову вернем! Во, кстати, прикольно, что можно способности и суперспособности использовать по очереди. То есть мы можем как бы, да, вот их вместе притянуть и расстрелять из этой пушки. Это очень классно, это нам поможет... В борьбе со всеми другими. Так, можем прокачать третью способность у кого? Тут прокачано. Тут прокачано. У него не прокачано. У него прокачано. У Дракса не прокачано. Так, ну давайте у ракеты. У него там какая-то бомба. Она, наверное, на больше действует на зону. Поэтому мы с вами ее прокачаем. И... Остается нам Дракс, которого осталась одна способность. Но это не прибавляет нам костюмы, которые нужно собрать, найти и где бы то ни было их разыскать. Осталось интересно, у нас, это, если не всыбать, сейчас 12-я голова. Поэтому хотят, нам еще 4 головы, их всего 16. В этих 4 главах нужно найти дохера костюмов. Дохера костюмов. У нас даже, кстати, новых костюмов нету. Одни, я думаю, откроются для команды в конце, чтобы они были супер классными, невероятно прекрасными стражами супер вселенной. Поэтому. Ники держала в руке камень души Ворлока. Вдруг он к ней прирос, а Рейкер вот, поэтому нам в конце откроют, как в Мстителях Марвеловских игра такая была. Там в конце тоже всем открыли в конце супер костюмы, как... И они были как одна команда. Поэтому тут тоже это откроют, но есть еще ячейки, в которых они должны просто быть. И мы их где-то должны найти. А где? И вот такая миссия у нас за 4 главы с вами разыскать все, что мы не разыскали. Конечно,
если перед последней серией у меня не будет найдено все костюмы, я посмотрю гайд, где их можно было бы найти, и поищу. Перепройду главы какие-то, чтобы показать вам потом все эти костюмы. Но я думаю, вот это вот что. Вы знали, что тут держали свой товар браконьеры? Вот что это был за запах. Ага, гниющая туша зверей с маслом 4. Тоже, блядь, тут все теперь тянуть надо. Надеялся найти тут ховербайки. Почему здесь? Так, ну, во-первых, тут мы... Тут не дерут за парковку, а во-вторых, иногда бывает нужно скинуть груз. Тут так, мы были, кстати, тут мы были, наверное, это будет основной у нас проход. Есть что? Нет. Давай тогда... Тогда поспешим, пока Ники еще можно спасти. А куда спешить? Так, спешить туда, значит, нам все-таки туда, как секретный проход, надо пройти. Так. Так. Тут мы уже были. Вот я еще говорил, что тут, может быть, с кем-то мы драться будем. По итогу мы тут ни с кем не дрались. Так, давай. Берешься сюда? Да, посмотрим, куда это ведет. А если значит, бы тут сколько... были ховербайки? Че, отключаешь? Спасибо. Должно быть. Хорошо, что ботинки водостойкие. А, тут затопил, это, завалил дальше проход, тут дальше было. Нельзя залезть? Так, все, значит, все, что мы можем, нашли, идем дальше. Так, короче, костюмы мы, если что, найдем, и с вами пойдем дальше. Так, а про ассасинов я вам сказал, кто не видел, посмотрите. В конце видео будет предложено вам ознакомиться с... другими видео, и в этом списке будет последняя вышедшая серия по ассасинам, которые у нас Мираж. Играем там за Басима ибн Исака. Так, Петру Квиллу надо, кстати, поменять костюм, он у нас там есть. Можно выбрать ему другой костюм. У него, кстати, как у главного персонажа, больше всего костюмов, поэтому мы, у нас есть выбор. Могу выбрать, показать тебе, что за костюм. Еще, кстати, неплохо было бы автомат лотерейный, кстати, найти и предъявить ему выигрышный билет. Могли бы, кстати, сделать так, что стражи выиграли на самом деле. В концовке там что-нибудь. Сцену после титров, типа. Пиздец. Ну вот, я нас летела с катушек. Амора! Так, нам надо разобраться, блядь, с ебучими стрелками, потому что мы сами туда путь залезем, а они в итоге стреляют и заебывают меня, блядь, своими выстрелами. Гамора, чё так встрепенулось-то, блядь? Так. Куда у нас прохода нет? Куда у нас прохода нет? Вы там как, держитесь? Дракса, запусти там. Красавчик. Про так не прошло, блядь. Моя великая сила не используется. Кажись со мной. Надо обрезать ему все, что торчит. Время обнимашек.
Брут, держи пока, блядь, можешь. Держи, 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 блядь. Он смеется над нашими усилиями. Дракс, ты, блядь, что ты уберешь, а урона нихуя не наносишь. Ты его зачем, блядь? Вот, на, пятка один раз дал, блядь. И все. Так, пока никаких секретиков в туалетике не вижу, блядь. Кто еще остался? Так, вниз можно. Вниз можно, да? Все. Касцен пошла. Хватит, хватит, хватит. Месячный, что ли, у тебя? Женщина? Не поймешь. Просто не так на нее девчонку посмотрел, маленький, все. Все супер? Лучше не бывает. Да, абсолютно не супер. Гамора, стой, да подожди ты. Чего? Пока принесут жертву других детей во имя Рейкера и его в медцеркви? Или нет, это из ее расы была девочка? Что, не знаю. Наверное, нет, у нее волосы были другие. Выдохни. С каждой минутой бездействия мы не имеем права выдыхать. Сейчас ей этот костюм, кстати, подходит. Знаю, она прям демоница, демоница. Да при чем здесь Танос? Дело в Нике. И в том, что эти Рейкеры и Таносы губят девочек вроде нее. И меня. Моей сестры. На, у нее флешбеки вьетнамские. Так же, как и это. Может, она же приемная умерла. Дочь Таноса, он там ее. Ну я, кстати, что? По комиксам не знаю, но в фильме он просто там всю планету у них вырезал. Кому? Ответь, кому я должен пожать его разящую руку? Мне жми. Ты убила сестру? Это ее ты видела в обещании матриарха. Я поняла, что это ложь. Не было она. То не было, что я знала. Трансформировали в некого злобного, мстительного монстра. Остановить ее могла лишь я, больше никто. Так, сейчас у него откроется, наверное, новая способность. Каждый у нас герой через что-то проходит. Но я не рассчитывала, что выживу сама. Пересиливает себя, и у нас у него открывается супер способность для использования. Сейчас у нас у Ракеты и у Дракса это есть. Разумеется, нет. Меню нам пока выйти нельзя. Хочу костюм поменять. Разве можно дружить с монстром? Вы бы не взяли меня в команду. А эта команда мне вообще-то нравится, если подумать. Ой, вот это, ну, момент. Я ненавижу Небулу, так что я бы... Что? Это все равно ничего не меняет. Вообще-то это меняет все. Опаснейшая женщина галактики призналась, что любит нас. Это не так. Не так. Ты сказала, что без ума от нас сразу после убийства сестры. Я сказала, мне нравится команда. Это кататианское определение любви. Ценю, я вас ценю. Кататианцы, молодцы. Может, закроем тему? Идиот, а то любовь сейчас польется через край. Ты принята, Гамора Занхобини. По-моему, нас поженили. Это невыносимо. Я есть кого-то. Ну вот, похоже, все. Почему мы перевели дыхание. Теперь разберемся с чокнутым заводилой. Да. Бля. Чисто они ждали, пока это какого. Они попиздят, блядь, а потом прилетели. Так, Гамор узнала правду о Небуле, нашла себе семью, которая принимает ее такой, какая она есть. Теперь она не сдерживается. Самая опашная... Опашная. Опашная, запашная. Женщина в галактике атакует цель серии ударов, нанося невероятный урон. А Питер Квилл переодевается, блин. Так. В таком ходили?
Вот они, кажется, в таком не ходили, да? В модной куртенке. Так, как-то там можно было вниз спуститься. Пока там подеритесь. Пойду разведаю. А, бля, это... Понял, это там мы сейчас были с ракеты, смотрели. Все, в рукопашку, блин. О, там большой пришел. Так, сейчас. Давай. Давай, покажи свой невероятный урон, блин. Я помогу тебе. Бля, у него еще две жизни, Ага. Так, давай, Дракс. Уякс, и ты без руки. Ой, это очень больно. Так, ракета, что у них тут? Слава богу, вовремя добирание прошло, блин. Кто знает, сколько еще они могут сюда доставить? Нам нужно вывести ее из строя. Надо добраться до моста. Сократим через башню Космо. Так, башня Космо уже здесь. Дракс, ты, я думаю, вот это валяешь. Костюмов тут мне никаких не дают, я так понимаю, да? Ничего нету. Ты че? Дикие корни, это тут мог у нас этот груд, наверное, что-нибудь забабахать. Так, идем. Серьезно? Силовое поле? Найдем источник энергии, сможем его отключить. Так давайте поищем. Цистерна очищена, да и... Простите, готовка, да, блин. Очищение, очищение воды у нас. Шнепидер, вперед! Нужно уходить, пока не появился Рейкер. Так, опять открытая вперед! Площадка, блядь. Ноги в руки! Сейчас не время для акробатики! Ага. Блин, ну как Стражи они сдолбали. Галактики. Драчун, он теперь драчун. Матриарх эту станцию выбрал, Переско. Чтобы свершить потому что исполнение. Однорукий. И вам ее не остановить. Она ничего не выбирала. Блин, ты это приятный ты парень был раньше, лысенький, с бородкой такой. Сейчас что-то, блядь, а раскрасил голову себе. Я даже не знаю, что ты с ней сделал, блин. На велосипеде, что ли, быстро ездил в шлеме, блин. Пусть вы отвергли ее обещание, но вы поверите. А мне кажется, у тебя руки не хватает. Ты на нас показываешь сейчас или нет? Ага. Вот ты, блядь, посмотри на него. Ну чё? Уел?
бросает. Я тебе сейчас либо сломаю. Нет. Не может быть. Угу. Я видел, ты умер. Форма фиктивна. Основа остается обязательной. Отступись от обманчивой колесицы, пока не подрос погибельный плод. Погибельный? Что вы, драка? Нормально, пока там подеритесь. Блин, без вас вот не обходится ни одно это. Так, ракета, блядь. А можно его скинуть? Надо обрезать его все, что торчит. Все? Ну? О, это, кстати, это уже новая пошла, которая, наверное, да? Доберемся до моста. Как в чехарде. Чехарде? Красавчик. Это просто делайте, как я. Эй, Квилл, хочешь увидеть салют? Нет, не хочу, не отвлекай меня. Я смотрю, блин, где я костюм не собрал. Бегать по крыше попали. Это Квилл. Ну что, счастлив, наконец? Я за этим масштабные бои, бля. Отлично. Так, смотрим внимательно, ничего не пропускаем. Хотя тут, наверное, вряд ли, когда ты дерешься, будут какие-то секреты там, блядь, прятать. Я хуй его знает. Раз вообще мы уже все, мы взломали эту игру, мы можем, блядь, как хочешь. У нас взаимодействие со стражами максимальное. А в рукопашку, когда ты идешь драться, блин, то вообще получаешь пизды сразу, потому что не умеешь контратаковать, блядь. Так, мне нужен фантомный удар вот этот вот, да. Вот и все. Видите, нам не нужна помощь взламываться. Поэтому ты в него стрелял. Да, классно ж получилось. Прямо в зад. Видели его взгляд? Он снова говорил. О, моя золотая сотница. Царственный зад. Его совершенный пил.
его! Геройские волки! Берегись! Бля, опять они нам сломали дорогу, блядь. Ага. Нам надо добраться до Лин слишком близко. А чё ты упал-то, блин? Чё мне не дал заряженный удар сделать, а, собака, блядь? Молодец, Дракс. Вот опять я туда не могу залезть, блядь. Или могу вон там, да? Очень, наверное. Наверное, могу. Так, тут мне что-то светится, кстати. А-а-а. Я чуть-чуть вот не хватает залезть. А, их типа можно это? Так, залагал опять у меня игра. Честно говоря, вот эти вот глюки, которые постоянно чему-то подвисают и... Не отвисают, мне уже немножко поднадоели, поэтому игру надо побыстрее проходить. И уже с вами открывать новые горизонты, потому что на месте останавливаться нельзя. Так, ты есть Грут, молодец. Мы станем королями забвения, если спасем его. Нам нужно попасть на ту сторону. Сверху не перелезть. Как насчет снизу? Давай. Красавчик. О, вот это точно костюм тут должен быть. Тут точно должен быть. И да, слава богу. Так, Гамори. И воспоминания о тех мирах, это просто Нострадамус. Нострадамус. Так, мы давайте берем вот этот костюм. Тоже, кстати, прикольный. Непринужденное убийство. Отлично. Хотя некоторые контракты на убийство. Да. Первое появление в Infinity Gauntlet. Современные комиксы, короче. А, тут, кстати, можно посмотреть, получается. Это видите тоже, это не старинные комиксы, 2010 год всего лишь. А это 85-й, о. Это уже похоже на правду. Тогда было... Ты их так, разрушил. Ладно. Какие-то мегабомбы? Ракета. Клинки, руки и ноги, колени, локти. Еще часто лоб. Смотрите, они никак не закончат. Хотя бы наш побеждает. А где? Я просмотрел, блядь. Так, мне дали способность притягивать. Это теперь, блядь, я буду хлебом не кормить, блядь, все это притягивать, разваливать, разрушивать с помощью этого. Кстати, у нас еще одна способность должна открыться. Должна, наверное, огненная. Все-таки я надеюсь, что это огнем нам можно будет пострелять. Так, наверх туда нельзя, да? Да вы, блядь, шутите, что ли? Ты собираешься делать мост? Какая разница, просил или нет? Сейчас не до формальностей. Полагаю, Грут не знает дороги в обход. Если б я попал на ту сторону, я бы взломал эту штуку и опустил бы мост. Если бы ты попал на ту сторону, то и мы могли бы попасть на ту сторону. Ой, швыряйте, а? Швыряйте! Пусть крепыш закинет меня на ту сторону. Он уже на все согласен. Помнишь, что было в прошлый раз? Сейчас все по-другому. Мы все... Сейчас он уже ничего не боится. Истин, блядь. Дракс решил проблему гениально, блядь. Он подключается к Галилею.
Йо, все меня друг друга любят, в попу целуют, и все то, молодцы, все, блин, никого никто никуда не кидает. Об этом не стоит беспокоиться. Я знаю, что смогу достучаться до Ники. Это же все Рейкер, а не она. Да. Как и я. Так, вот так вот микрофон, я это постараюсь больше не спускаться, потому что не эстетически все это выглядит, а вам на это смотреть. Поэтому буду себя держать в руках. Всегда знал, что на забвение однажды нападут. Но не ожидал, что так. Думал, этим займутся миросознание. Как же тупые эти подхвосты, чтобы клюнуть на эту чушь с испражнением. Магус жаждет поклонения. Он погружает тебя в мерзкую иллюзию и кормит твоей душой. И я ощутил это в своем рыбы обещании. Блин. Бесконечный голод. О, да. Голод это еще. А, сюда сказано. Мы спускались, когда о, телепортировал у нас этот. Этот свет не вел к коре. Это и есть кора. Как Ксина это допустила? Вот так, и спроси там. У него. Это плохо. Космос спрятался, блядь. Под миску под свою. И все. Спасаем космос, получается, в этой серии, да? Или мы уже в прошлой серии спасали космос? Давай, хуякс. Нихуя. Они его, блядь, педигри не покормили, а обычной жратвой. Нихуя. Покажи, на что ты способна. Так, нам нужен вот это и... Кого ты опутал-то, дурак, блин? Еба, ты чё, понял? Тихо. Этот подхвост просто жрет мои патроны. Давай. Разряди свою, блин. Да, нормально, ну почти целую жизнь можно с такой хуйней ебать. Космос там уже вообще на последнем издыхании, блядь. Добивание, блять, тому не руку не отрубили, блин. Блин, подошел, пнул по жопе. Чисто, блядь. Да приколь такой. Ты что там, драться будешь? Нихуя себе гамор, блядь. Собака там в этом какого. Бьется в конвульсиях, не может никак, блин, совладать со своими этими обещаниями. Даже не вздумай, он теперь с ними. Он наш друг. Да, как и Дракс, но я не полезу в башку этого блохастого. Может быть и не придется. А что он там, блядь, Гагарина увидишь? Эй, братец, ты... Если опять мы в каком психоделе будем. Он все еще там. Я его слышал. Я так глаз слышал. Соберись с мыслями, он там. Ай, да крохните мою эту шапку. Тихо, брат. Друзья, помнишь? Петр Квилл. Оф.
Да, это Поттер Квилл. Да, приятель. Это Квилл. Это все мы. Где это? Я вообще не понимаю, как он с такой силой чисто, блядь, всех подвесить в воздухе, там остановить. Никого, блин, не это какого. Его мозг в тумане. Не смог остановить тут Толянова. Он нас не видит. Он все еще в обещании. Космо, где ты? Что видишь? Синее небо. Можно на голос иди. Или на запах. Давай, на голос или на запах. Ты где? Он говорит о земле. Запах свежей травы, ощущение почвы под лапами. Никаких сверхспособностей. Ходи себе на прогулки. Ты за мячиком. Вот это жизнь. Спи и ешь еще. Если ты будешь по родной планете, почему ты не можешь вернуться? Зачем теперь мне это? По той же причине, когда Диане не возвращаются. Забвение твой дом. Прямо здесь, сейчас. Забвение и что? Башка с мусорной шахты. Ты преуменьшаешь. Это особое место. Встретились это, когда я спас твою кору? Да, здесь. Правда? После Земли забвение стало местом, где Космо не чувствовал себя бродячим. Впервые Космо забыл о том, что потерял. Для чепенцев, как мы, это райский, как... Ну, кущи. Это дом. Земля лишь камень, откуда ты родом. Дело не в камне, а в том, что у Космо там было. Сон без ножей кровати, почувствование живота, а шейник с именем. Тебе нравится быть собственностью? Космо не собственность. Он член семьи. Но однажды семьи не стало. Люди в костюмах послали Космо в космос. Космо множество собачьих лет искал своих. Но нет. А тебя были хозяева. И походу они так, тебя да, кинули. У него же там целая куча щенков. Космо. Они твоя семья. Юные Космо сейчас. Они здесь. Космопяты, я их называю. Полагаются на тебя. На любовь. На твою защиту. Зовут Космо к ноге. Он должен быть верным. Ты нужен щенкам, а не людям. Какой долгий разговор. Тут очень долгий разговор такие. И, блядь, и эти бесконечные пиздят. И заставки очень длинные. Просто поговорить и поговорить бы всем. А в смуте это вообще пиздец. Там, блядь, только разговоры. Вот такая вот малюсенькая побежать и потом, блядь, разговаривать по серии. Тут хоть заставки красочные. Пахнут. Они опасны на вождение. Покусай их как можно больнее. Простите! Космо раскусил вашу мощь! Молодец, дружок, так и. Забвение теперь дом Космо. Его семья. Щенки. Он их защитит любой ценой. Давай, блядь, слава богу. Космо оценил вашу помощь в исполнении от обещания. Дружок. Пригодится. Я оптимист, зверь поправится. Космо занят своим делом. Мы своим. Истая. Так что вперед на кору. Пуху, погнали, блядь, дальше. С ним все будет в порядке. У него толстая шкура. В общем, после нашего. Так, ну тут что-то все посмотрели, что нам надо. Доступа. А, когда вы кинули команду. Ну обязательно быть таким. Так, я вам вот тут вот. Что-то спрятано, блядь. Похоже. Ладно, давайте найдем другой способ. Нет. Попасть туда. Жалко. Че нам там не попало? Да. Да, справишься, Дракс? Давай, ебошь с головы. И, блядь, фактуровщик хую, блядь. Боюсь, я об этом пожалею. Главное, поменьше пыли. Так, подвиси, мелкий. Чем именно вы с Грутом тут занимались в прошлый раз? Старый знакомый дал нам заказ, а потом ты вломился и устроил семейное воссоединение с мистером Безгубым. Он еще не самый странный парень. Да, это твое звание. Из рот вообще-то его зовут, блядь.
моим друзьям относись полегче. Это чё, блядь, такое? Землетрясение? Маловероятно, мы не на земле. Что бы они ни делали, кажется, они только что преуспели. Что больше тут? Дракс, как тебе удается не ломать кости, пробиваясь через все подряд? Видимо, ритуал скоро начнется. Ну, там уж тупо голову убьет. Хороший вопрос. Откуда нам знать, что мы сможем его остановить? Да, видимо, этот вопрос для Жукоглазки. Жаль, она нас кинула. Дракс говорил, что когда он был в обещании, могу... Пожирал мою так, душу. А те, сейчас, походу, будет битва с боссом. Я так хочешь чувствую, какая-то пищу? Такая, его блядь, пища мы, круглая что... арена. Нет. Которая, блин... Как мне надоели мозги и церковь вселенской хрени. Нам же ладно. У Господа перед тобой большой долг. Возвращение! Слушай, армия громил церковь и мешает нам добраться до карты. Нет! Господь отбивает башню, которая прячется в щенки. Без башни мы потеряем забвение. И щенков. Понял. Будь осторожен. А что, нельзя, типа, пока... Пока драка, типа, нельзя, да? Не помню. Красавчик, Рут, что теперь поделаешь, блядь? Давай. Да, прикончим его, там сразу живем. Это они про меня говорили чисто, блядь. Прикончим его, тогда заживем. Корабль наш будет. Деньги делить не надо. И хуяк с меня электричеством захуячили. Так, это не смешно. Они уже второй раз тайный заговор вообще. Помните, меня там хотели скинуть с балки, блядь. Сейчас убили. Это вообще... Ни туда и ни сюда. Господь, перед тобой большой долг. Прощение. Слушай, армия громил церкви, мешает нам добраться до... Как это, блядь, все. Со щитами, с... чем только нет, блядь. Без башни мы потеряем сомнение. Давай сюда. Да, блядь. Ожесточенные просто бои. Ожесточенные. Так. Нам же хватит. У Господа перед тобой большой долг. Возвращение. Не могу пробиться сквозь него. Нет. Все, мы, блядь, настроились. Клинок тебе в горло! Эти летучие мины! Я скоро хочу смерть! Покажи свои волшебные палочки! В сторону! Че, он один остался, да? Примите свою смерть, блядь, в дырку в эту ебучую. А, все, полета нам. Чему конец-то? Ты только к рту, к лицу конец его не подводи, блин. Бедным дуболомам приходится торчать в мозгах. Так, у нас там надо собрать. Собрать надо, а как туда попасть? А как туда попасть, честно? Как туда попасть?
посереть. Легкие так, Сер. Ты об этом знаешь? Я их видел много раз. Так, давай сначала... давай сначала сюда. Что ты делаешь? Мы оттуда пришли. Я быстро. Там вон костюм. Как туда попасть тоже? Или я там его взял уже? Да нет. Вон там край. Так, нам надо попасть вот наверх. А как туда попасть? Попасть наверх. Можешь поднять? Так, бери. Куда я должен это передвинуть? Сейчас увидишь. Сейчас увидишь. Вот так, давай сюда. Я вот понял. Там, наверное, как-то. А, вон там Гамора, может нас подкинуть. Разлом. Нельзя рисковать жизнью Ники. Хочешь стереть лучшее место в галактике? Ни за что! Гамора, есть идеи? Я могу тебя туда поднять. Ага. Ага, отлично. Все тоже, только сверху. Так, кто у нас тут? Ёпта, костюм найден. Апокалиптический лорд. Что, будем менять? Апокалиптического лорда. Жестко. Итого у нас 3 у Дракса. 1 у Гаморы. 2 у этого. У Грута. И у Ракеты. Ну, все, получается. А, и у Звездного Лорда там, наверное, несколько еще, да? Фу, куда? Кипли к моим ботинкам. Моим тоже. Словно пережеванная жвачка. Так. Осторожно, тут все вот-вот развалится. Совсем забвение будет то же самое. Так все просто взяли и ушли после того, как обнаружили кору? Ушли, так, виду, а тут нас может Грут поднять. Эй, Грут, сможешь меня туда поднять? Прямо кто там? Этого не требует. Все в одном месте решили нам отдать. Я просто хочу осмотреться. Разведка? Здесь странно пахнет. Это мозги начинают потихоньку тухнуть. Пахнет металлом и... не знаю, чем-то еще. Укрепь. Чем пахнет, блядь, ничем не пахнет. Продукты? Слизня. Как-то я сомневаюсь, что это моча слизня. Ее трудно перепутать. Так, 510 у нас этих штучек. Все преимущества у нас хватит? А, ну хватит. Супер удар Квилла. И готово. Получается, больше нам компоненты не нужны? Супер улучшение бы открыли. Погнали! Или ноги не держат? Нет, не держит. Так, супер удар Квилла. Это мощная атака ближнего боя, которая при успешном использовании восстанавливает вам дополнительное здоровье. Совершите рывок к врагу, использовав F. Подбравшись к противнику, нажмите C. Если противник будет убит, вы получите дополнительное здоровье. Толчки усилились. Можно и так сказать. Это верное замечание. И что это меняет? А нахрен они нам нужны, эти материалы? По приколу? Что покупатели делают с этим мозговым веществом? Кости и спинной мозг они тоже покупают. Моя крошка. Нужно обсудить одну проблемку. Как мы собираемся вырубить кору, если она настолько заряжена? Да уж, кнопки выключения на ней это точно не будет. Каким-то пахнет, блядь. А взломать ее сможешь? Это вам не дурацкий гаджет. Это же вмятская кора континуума.
Один из самых могущественных артефактов в известной вселенной. Как обычно. Может, даже древнее ее. Жизнь в этой вселенной станет бессмысленна, если эти фанатики преуспеют. Надо заняться проводниками веры. Так, ну мы что, главу-то это уже прошли или нет? Это уязвимая точка. Пора уже... Так, вот тут... Тут-то будет, блядь, у нас финальный бой или нет? С боссом. Пора уже, тут все, континуум там. Нихуя. Нихуя. Так. F. Спасибо, переберемся через пропасть. Хочу предупредить, что как закончим, я оккупирую душ на неопределенный срок. Хорошо, молодец. Давай сделаем свой мост. Да, надеюсь, Ворлок доберется до финишной линии. Не, он на нас не рассчитывает. Туда можно подняться? Что мы способны? Главное, мы знаем, на что способны. Так, теперь осторожнее. Так что, блин, там когда тоже должен быть костюм, с нами, мы будем ждать Ворлока? Жукоглазку. Для нашего плана требуется много участников. А кто сказал, что спасать галактику легко? Решаем проблемы по одной. Сначала спасаем Ники и останавливаем исполнение. Прагматичный подход. Не хочу считать цыплят до того, как они вылупились. Это значило бы считать яйца. Сейчас для этого определенно не время. Вообще вот это, блядь. А ты чё, блядь, ты типа дохера этот, как его, гимнаст? Осторожнее! Не надо тебе держать, блядь. Никита, возьмёшь на себя? Конечно! Смотрите! Сюрприз, пятерылы! Ракеты! Стой! Хватай их тут! Разберись здесь! Покажемся, надо, кто такие страшные галактики! Увы, мёртвые не усвоят урок! Давай, доктор, разберись. Нормально, можно же скинуть, блядь. Сзади. Кто еще остался? Вот супер удар, я на F нажимаю еще. Он в отключке.
Давай, красиво. Так. Сейчас я электричество выберу, подождите. Не забывайте, что мы команда. Работаем слаженно. Ты просто скажи, давай перечислить. Я спасусь. Это бои. Хватит. Ну вообще да, что тут дохера им дать. Давайте заканчивай. Кстати, похож на этих. Из Шаман Кинга, кто аниме смотрел, там были два. Два духа у Анны, которые она в книжке прочитала. Чуть-чуть похоже, да? Я, кстати, забыл, как они называются. Так, все, блядь. Весь... все, что можно, давайте хуярим. Две руки оторвали. Так, Драк, держи. Командная работа. Так, что у нас тут у Дракс осталось? Прокачано. У Грута еще нету суперспособности, а так все. Начнется настоящий бой. Все готовы? Сделали серьезные лица? У меня только одно лицо. Переключи его в злобный режим. Так. Готово. Кто что думает? Я думаю, если золото с ним еще не закончил, то у меня для Рейкера припасена граната с его именем. Найдите Ники. Нужно увести ее от этих психов, а затем уже думать о Уорлоке, Мантис и всех остальных. Я верю, что твоя дочь будет спасена, Питер Квилл. Думаю, что мы сейчас на этом с вами закончим. Серия у нас уже по времени нормально так. Вот. А в следующей части как раз будем с вами сражаться с боссом. И я думаю, на забвении мы это все закончим. Так. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, ставьте дизлайки, если вам не нравится, комментируйте, если вам не нравится, какое-то делитесь с друзьями. Это был канал Купин Гейм, игра Стражи Галактики. Всем пока.